Внимание! В данном видео присутствует ненормативная лексика, никаких не аш-мяш и мур-мур-мур. Только жесть, только хардкор. Давным-давно, когда еще не было мультизагрузочных дисков, под DOS-ом использовали Волков или Norton Commander. Какие же дивные это были времена. Для того, чтобы работать в DOS-е, надо было использовать команды. И Волков или Norton Commander упрощали эту задачу. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Алексей. И нет, вы не вернулись в начало 2000-х. Так выглядит меню игры Super Hot, Super Hot, Super Hot. Вы скажете: Леха, какую дичь ты несешь вообще? Ты себя слышал? Но скоро вы поймете, почему я говорю Super Hot, Super Hot. Дело в том, что эту игрушку я уже проходил на канале, и вот уже разработчики готовят следующую часть этого стеклянной хероборы. Почему стеклянная, спросите вы? Потому что мы играем стекляшкой и должны расстреливать или уничтожать другие стекляшки. Если честно, эта игра очень противоречива. Очень много хейта она получила в Стиме. Вы спросите, почему? Да все потому, что она стоила баснословных денег для такой игры. Я сейчас точно суммы не вспомню. Ну что-то в районе, допустим, 1000 рублей, да? Ну а дело в том, что эта игрушка проходится за примерно 1.5-2 часа. И в общем, большинство людей негодовало. Какого черта вы с нас просите такие деньги? Но если честно, игрушка мне нравится. И чем-то напоминает пошаговый шутер. Не знаю, есть ли вообще такой жанр или нет. Ну, раз есть эта игра, значит и есть такой жанр. Блин, какого черта? Есть на жопе шерсть. Но давайте, ребятушки, я вас не буду томить, и если вы не видели мое прохождение, давайте посмотрим, что это за вторая часть этой игрушки и с чем, собственно, ее едят. Можно управлять как мышкой, так и стрелочками, по-моему, но это не точно. Давайте суперход, тестовая комната, а давайте skip tutorial. О, какая-то ошибка, ага. Запускаем первую миссию. Что за адская матрица? Короче, происходит загрузка, но очень медленная. Такое чувство, что мы работаем на пентиуме. Ой, привет, ребята. Ну, в общем, наша задача — уничтожить этих тварей. Каждое наше движение вызывает движение противника, как я уже говорил. Забираем биту. Ах ты сука, у тебя пистолет. Что-то я как-то даже сразу-то и не увидел. Получай, тварь. Хорош. Так, этого мы размотали, но если миссия не заканчивается, значит будут противники еще. Давайте попробуем. Нет, черт возьми, он на меня бежит. Во-во-во, ты кто такой? Давай, до свидания. Что это за херобора такая? Чайник какой-то. Ну-ка. Хе-хе-хе, хорош. Так, еще противники, какого черта, как вас много? Этого мы тоже размотали. Похоже, патронов у меня не осталось. Но это не точно. Ну чё, где вы? Где твари? Дело в том, что они могут вылазить из разных углов, и это очень опасно. No ammo. Хорош. Тогда бросаем. Забираем чайник. Сейчас мы тебе ещё чайником огреем, тварь. Хе-хе-хе-хе. Неудачник. Забираем биту. Куда ты пистолет берешь? Супер. Хат. Супер. Хат. Супер. Хат. Идем дальше. Какая-то вообще опасная загрузка, прикиньте. Не знаю, там ставите какую-то игрушку, на вас постоянно кто-то выбегает, пока идет процесс загрузки. Сука, ну-ка, на тебя по щам. На тебе. На тебе. А все, ты уже размотался. Слышь, ты там что, с пистолем, что ли? Какого черта? Забираем пистолет. Бам, нахер. Это тоже с пистолетом. Бам, нахрен. Че вы? У меня уже скилл нарощен, я проходил эту игру. Это лишь вторая часть. Но должен сказать, что особых изменений с первой частью я не заметил. Все, no ammo. Забираем еще пистолет. Как-то я высоко сильно кинул. Супер. Супер. Хот. Супер. Хот. Супер. Хот. Идем дальше. Загрузка продолжается. Опасная, я должен сказать, загрузка. Полное здоровье и одно ХП. Давайте лучше полное. Какого черта одно ХП? Ха, какая-то ошибка. А по всей видимости, если бы я выбрал другой вариант, да, то было бы намного сложнее. Одно здоровье. Что это за херня такая? Ты че в упор-то стреляешь, слышь? У меня дело в том, что... А так у меня есть одно здоровье, да?
То есть в этой игре, если тебя хоть раз попадут, то все, хэппи-энд. Ну и че, где остальные? Че ты, иди сюда. Че-то я очкую к нему выходить. Ты успокоился, я тебе сказал. Попал, ни хера не попал. Че-то вас много, ребята. Во-во-во-во-во, а че вас так много-то? Хорош, в упор лупит, слышь? Автомат забираем. Жри металл, тварь. Сука, ты тоже там с пистолетом, что ли? Так, похоже, где-то они еще есть. Блин, я реально очкую, потому что их так много здесь может быть. Ну, где кто? Я передвигаюсь, и противник передвигается тоже, соответственно. Попал, не попал? Ну, вроде попал. А этого не задел. No ammo. Хорош, так у нас еще пистолет есть. Че ты на меня бежишь? Бычара, ёпту. Супер хат. Идем дальше. Блин, такая долгая загрузка, нихера себе, блин. Мы на 20% только. Этих тварей становится просто неимоверно много. Вы хотите сказать, что я сюрикен просрал, да? Слушайте, а как они до меня доберутся-то? А, понятно, им не надо до меня добираться, у них оружие есть. Вот суки, а, все с вами ясно. Не-не-не, пацаны! Так нечестно же! Суперход! Попали в меня! А, ну у нас же правильно, у нас же несколько жизней. А мы могли выбрать, что одна жизнь. Тогда было бы все намного сложнее. Какой нахер дисконнект? Давай по новой. Прям с самого начала? Да вы шутите. А, ну да, я помню, что если ты где-то просираешь, то потом начинаешь с самого начала. Ну это херня, конечно, полная. Хотя вроде уровень выглядит немножко по-другому. Но это не точно. Держи, сука. Где там пистолет твой? Суперход, ёпту. Где? Где? Кто? Промазал? Вот я мазила-то, а? Из Нижнего Тагила. Нихера себе! Ты откуда взялся? Давайте заберем пистолет, потому что патронов у меня крайне мало осталось. Дело в том, что они могут респауниться прямо у тебя за спиной. Это очень плохо. Меня зовут Алёха. Хорош. Вроде здесь никого нету. Воу-воу-воу-воу. Тоже с пистолем. Супер. Хат. Супер. Хат. Супер. Хат. Супер. Хат. Слушайте, ну так а мы погибли с вами на 22%. Нихера себе. Чтобы до соточки дожить, это ж сколько надо силы времени потратить. Но в этом, собственно, и реиграбельность игры. То, что ты совершаешь ошибку, начинаешь все заново. Я так понимаю, что если бы я выбрал одну жизнь, да, то миссий было бы меньше. Но это было бы логично, по крайней мере. Давай, иди сюда. А этот упоротый с пистолетом. Вот, сука, еще и нагнулся, а? Что-то идет все не по плану, нихера. Так, где твой пистолет? Где пистолет? Ах ты, сука, в упор просто меня как собаку застрелил. Загрузил какую-то следующую миссию. Вверху заметил то, что у нас есть два здоровья. Ну реально, два здоровья это, конечно, попроще. Но, блин, противников местами становится очень много. То есть к этому привыкнуть надо еще спустя какое-то время. Подноровиться, да? Хорош. А, сломал, слышь? Иди сюда, отдай сюда. Иди сюда, отдай сюда. Получай по щам. Кого ты в меня целишься, ублюдок, блядь? Забираем. Все? Успокоились? Иди сюда. Иди, мой хороший. Хедшот тебя прописал, хорош. Супер. Ха. Супер. Ха. Супер. Ха. Ну что, ребят, я думаю, что нет смысла долго затягивать с просмотром этой игры. Я думаю, что вы все прекрасно поняли, да? В чем суть? Передвигаешься, противники передвигаются вместе с тобой. То есть за каждое совершенное тобой действие они тоже делают в отношении тебя какие-то движения. Я не знаю, у этой игры очень много, если честно, хейта, но мне она нравится, вот скажу по чесноку. Конечно, бывают очень сложные миссии, которые приходится перепроходить по 100-500 раз, но так или иначе. Я с вами прощаюсь до следующих видосов, подписывайтесь на канал, большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.